дорогие друзья, несмотря ни на что, мы с Машей собрались на Киевский вокзал. Все-таки подстраховать. Не все читают, может быть. И вот смотрите, Маша привезла сухого корма для собак, для кошек. Для котят, для кошек, для щенков. Консервы для щенков. Да, да. Консервы, так что мы уже наполнили грузимся. Часть машины. Грузимся. Да. Грузимся и едем. Маша. Пол машины уже загрузила. Смотрите, какие корма прикатила. Вот. Для котят. Для щеночков. Ну, для мелких пород, которые щеночкам подойдут. Для да, кошек. Да, да. Для кошек. Машка уже пол машины загрузила. Дорогие друзья, мы с Машей на Киевском вокзале решили все-таки подстраховать. Легко проехали, все нормально. С 12 до 15 мы вас ждем. Вот опознавательный знак, Бобик наш. И вот уже к нам идут гости. И вот вы, гости. Здравствуйте. Господи, сеченята. Игрушек. Спасибо большое. Все нам надо. Спасибо большое. А где ваша чита? Так вот. Вот чита на работе. Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания. Дорогие друзья, мы вас ждем на Киевском вокзале с 12 до 15.00. Смотрите, где мы находимся. Напротив музыкальных фонтанов, правда, наверное, экономят воду, он сейчас не работает в полную силу. Бобик, опознавательный наш знак, на месте. Вот уже у нас подарки привезли, первые гости были. Так что добро пожаловать, мы вас ждем. Вот нам еще гостинцы привезли. Хорошо, что подстраховались. Да, ну, приехали, приехали люди. Да, даже если бы вы одна приехали, и то как так? Спасибо вам большое. Здоровья вам, спасибо. Это там все написано. Для собак. Хотела что-то другое, а там ничего не было. Вот сухой корм такой. Для кошек, для щенков. Это я. Дорогие друзья, пока мы ждем очередных гостей с подарками для приюта, я хочу сделать объявление. В приюте совсем закончился сухой корм для кошек и для щенков. Очень просим вас помочь. Можно заказать через Озон на адрес доставки улица Гагарина, 124. Можно заказать через магазин «Лемур», если кто не может приехать сам. А можно сейчас привезти. Мы вас ждем на Киевском вокзале. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за подарки. Пожалуйста, вам спасибо. Проходите. Заходите. Заходите, грузите. Что вы нам привезли? Ой, пеленки я вижу, да? Нет, но... это халаты. Я подписала. Ясно. Веревки. Спасибо большое, что нашли время для нас. Вот. Спасибо большое. Спасибо большое. И чита у нас. Немножко. Кассир наш. Галя пришла. Ну, а как вы узнали, что мы будем здесь? А как узнали? А вы не читали, что отменили? Я не читала. Да, мы просто подстраховаться решили. Да? Да, думаем, как же так, Галя придет, а нас нету. Ну, сказали, что дороги свободные. Да, ну вот мы тоже так решили. Мы сегодня даже дороги свободные поехали. Ну, спасибо, что приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Подайте сюда. Да, да, ставьте. Вот такие нам подарки привезли замечательные. У нас еще багажник. Это вы Рената, да? Да, это я. Очень приятно. Здравствуйте. Так что правильно мы сделали, что мы сегодня приехали, видишь? Какие мы молодцы сегодня.
Ну и все, кто приехал, какие молодцы. Прямо нам в пакетиках отдаете, да? Да. Там, ну мы разложим, не волнуйтесь, да. Это вот ткань может вам пригодиться, она такая плотная. Да в приюте все пригодится. Да, там, тень сделать навес, из нее, например, да, какой-нибудь навес. Ну вот почти полная машина. Маш, да кидай подряд сейчас, не задерживай, давай людей не будем задерживать. Да. А мы разберем. Ой. Ну, сколько подав. Вы нам прям заполнили всю машину. Прям можно скоро ехать как раз. Угу. Да, да, да. Я. Спасибо. Это только начало. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество, да, в дальнейшем. Ой, а как мы надеемся, да. Вы себе не представляете. Мы скоро к вам приедем в приют для того, чтобы снять репортаж. Профессиональный, не репортаж, а именно, ну, да, ролик, вроде, который мы будем использовать для привлечения добрых, отзывчивых людей в вашу помощь вашему замечательному приюту. Так что ждите нас после 29 июля. Спасибо вам огромное. Будем работать. Все. Да, спасибо, мы вас будем ждать. До спасибо. Хорошо. До свидания. До свидания. А мы даже... Ну вот, наша встреча подходит к концу. В общем, мы сегодня приехали совсем не зря. Так что ждем вас всегда, друзья. Каждое последнее воскресенье каждого месяца. Вот, доставка с Киевского. Вот, корм, корм. Для кошек. Для собак. Лекарства есть. Ну, Лева Николь, там вы видели. Пеленки. Одеяло. Еще корм вот для щенков есть. Ну и мешок игрушек. Все, всем спасибо, кто принял участие сегодня в встрече на Киевском. Ну тут еще продукты, кое-что, в общем.